тянет так, оно тянет еще больше, чем наш. Да, ребята, так что все получилось, и уже... Да, вот такая, ребята, вот проблема. Там наш человек должен жить спокойно, ты наш не встан.
вопросы все знаю о тебе. Пахнуты. Я бегаю в паркур. Я заставлю тебя. Ой, папа, Кен, let's do this. Ты это можешь сказать? Я не знаю, что это будет, да? Нет, можно. Такой тут лес, наверное, стоит. Березняк высотой метров, наверное, 6-7. 6-7 метров высота. Значит, агрегатируется с К-744 R2. Там 350-400 лошадей. Подцепим, да. Вот, тяжко дыхать. Хорошо, сейчас покажу, как там рубится вообще. Подцепим такие измельчитель. Рум Багбель, аналог Амазон. Производство Made in Denmark. Вот он. Тысяча. А ты на буйволом поставишь? На буйвол я повесил бы на буйвол. А чего ты не хочешь повесить? Просто, там понимаешь. Что? Расходы буйвола больше. И что? А чего больше? Не знаю, выходит больше. А ты рассказывал меньше тебе. Надо после рулировки. У тебя после пахоты меньше выходило. После, на пахоте меньше выходило. Снимаешь, а? Ну. Так, вот это разбрасыватель регулировка. Тут происходит регулировка. Шлангом вон тым поднимаем заслонку. И тут потом начинаем регулировать. Выставляем, какие треба. Размер. И дальше выставили. Кидаем у плавающее. И оно опускается. Например, та сюль палочка, это регулировочно, тут этот вот кронштейн держит. Короче, я пошел с буйвола снимаю. Тут установлена пружина, чтобы оно давило, чтобы был, ходило. Так. Так, а? Но. Это ж ты.
Вот тут такие установленные. Как-то так.